Не успели утихнуть скандалы. После ряда атак со стороны КОРДа и СБУ на офисы народного депутата Украины Николая Скорика, его коллег по политической силе «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Баранского и Виталия Саутенкова, на приемную Дмитрия Голубова, поддержавшего кандидатуру Скорика на пост Одесского городского головы, как служители правопорядка получили команду ФАС на новоизбранного депутата городского совета, активного наблюдателя за проведением избирательного процесса и подсчета голосов Сергея Узунова. Около полуночи автомобиль политика был заблокирован 5 экипажами полиции, сообщивших, что машина находится в ориентировке, а сам владелец подозревается в совершении уголовного преступления. Пылу у силовиков поубавилось, когда к месту события подъехали журналисты, оппозиционные депутаты и еще один экипаж полиции, подтвердивший, что ни в какой ориентировке этот автомобиль не значится. Несанкционированный досмотр авто под телекамеры показал, что это очередная провокация. После того, как машина была досмотрена, причем санкций нету, но попросили открыть багажник, мы пошли навстречу, открыли багажник, они сказали, что кто-то заявил, что тут перегружают оружие. Когда убедились, что внутри ничего нету, ну, тут уже больше задерживать нас нет никакого повода, нет никакого стимула, поэтому мы едем дальше, двигаемся в ТВК, где мы будем пытаться защитить наш результат. Однако мы понимаем, что если власть вместе с правоохранителями идет вот на такие ухищрения, на такие моменты, которые нарушают просто конституционные права и свободы даже не депутата, просто пересечного громадянина, мы понимаем, что мы будем сегодня ждать в ТВК. Сергей активное участие принимает и в контроле ТВК городской, и в контроле ДВК, поэтому это лишний раз доказывает сотрудничество правоохранительных органов с местной властью и с попыткой влиять на избирательный процесс. Похоже, давление со стороны одесских силовиков в отношении участников избирательного процесса мэрской кампании зашкалило и стало новой визитной карточкой их доблестной работы. Когда ты звонишь 102, по часу вообще никто не приезжает. А тут просто на какую-то машину, на автомобиль с интеллигентного вида человеком приезжает 5-6 машин полиции, обступает ее. Ну, я не могу иначе назвать это, как психологическое давление. И пытается отвлечь от работы в ночь выборов. Конкретно наших коллег. И пока городская ТИК заканчивает подсчет голосов, а старый новый мэр Труханов уже празднует победу, по инсайдерской информации ряда телеграм-каналов прилетела весточка. Апелляционная палата ВАКС возобновляет заседание по делу о покупке разрушенного здания бывшего завода «Краян». Следующее заседание назначено на 23 ноября.